Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 13 сентября 2024 года. Сегодня пятница 13-го. Ночь в Одессе была максимально громкой. Я, честно говоря, даже не припомню, когда последний раз на Одессу были такие мощные налеты. Вот. Сегодня Одессу и Одесскую область ночью атаковали шахидами. В разных частях города, пригорода и области были слышны звуки летящих мопедов и звуки взрывов. Взрывы достаточно гремели, порой очень громкие. Вот я утверждать не могу, что это было сбитие или прилеты. Пока что официальных заявлений и комментариев о последствиях атаки нет. Вот. Ждем, как только данная информация появится, обязательно буду ее сообщать. Но во всяком случае, по поводу попаданий по каким-то жилым объектам, либо о пострадавших или о погибших людях, информация не поступала, что уже, конечно, радует. Значит, у нас воздушная тревога была объявлена в 1:38 ночи, и сразу поступила информация о том, что шахеды с моря летят в направлении области, вот, а потом уже дополнительные шахеды начали фиксироваться в направлении города. То есть порядком 10 шахедов заходило на город с разных направлений, это поселок Котовского, и Таирова, и Аркадия. Вот, значит, было это все достаточно, продолжалось достаточно долгое время, вот, отбой дали только в 3:24. Еще раз повторюсь, в Одессе было громко. То есть я уже не припомню, когда последний раз нас так активно атаковали шахедами. Точная цифра, точное количество шахедов пока что неизвестно. Значит, в моем телеграме есть видео, люди снимают с многоэтажек, то есть шахеды пролетали прямо над жилыми домами, прямо над многоэтажками. Есть фотография обломков шахеда, которые валяются сейчас на утро по городу. Вот, все в телеграме, ссылочка на телеграм в закрепленном комментарии под видео. Так что как-то так у нас обстановка. Ну а так, в принципе, погода в Одессе шикарная, светит солнышко с самого утра, лето продолжается, бархатный сезон в самом разгаре. Пляжи полные, людей очень много и на пляжах, и в городе. Поэтому в Одессе все в этом плане спокойно. Всем желаю хорошего дня, мирного неба. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.